Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента по разным финансовым инструментам и разным категориям финансовых рынков. Точно найдете то, что вам будет по душе. Сегодня точно скучать не придется. Крайне насыщенный день. Обычно среда аккумулирует большое количество отчетов. Сегодня прям день, который превзойдет сам себя. На повестке экономического календаря, если прям по хронологии двигаться, сегодня мы начнем день с данных по инфляции в Англии. Они выйдут в 6.00 по GMT. Далее в 9.00 по GMT нас ожидают темпы экономического роста еврозоны. После этого в 12.30 розничные продажи в США, в 14.30 запасы нефти и нефтепродуктов в США. И замыкать день будет вишенка на торте, скажем так, важнейший релиз текущей торговой сессии, а может быть даже и всей недели. Это протоколы последнего заседания американского регулятора. Индекс доллара в целом радует нас в последние дни. Ну, разочаровал только лишь в минувшую среду, но с тех пор уже прошла неделя. И индекс доллара смог не просто компенсировать все потери, которые он понес после выхода отчета по инфляции в среду, но и забраться еще выше. И я серьезно полагаю, друзья, что после сегодняшних протоколов индекс американской валюты может стать еще дороже и забраться, соответственно, повыше. По поводу индекса доллара очень много было уже сказано, что это тот инструмент, который полностью отражает рыночные ожидания того, как быстро и активно американский регулятор будет повышать процентную ставку. Причем каждый раз, когда мы с вами разбираем американскую статистику, либо пытаемся что-то уловить между строк в комментариях представителей американского регулятора, все равно упирается в то, как это событие повлияет на фактическое решение американского регулятора по процентной ставке на следующем заседании. Мы, конечно же, ждем сентябрьское заседание Федрезерва, которое состоится в конце сентября. До этого у нас будет еще один отчет по инфляции, который может внести серьезные коррективы в вероятность повышения процентной ставки. Но если вы внимательно следите за моим контентом и знаете, в принципе, как я отношусь к доллару, то для вас не должно вызывать вопросов, почему, опять же, я сторонник того, что американский регулятор остается на траектории повышения ставок, активного повышения ставок. И в сентябре мы как минимум увидим рост ставки на 50 базисных пунктов. Я постоянно делаю отсылку на инструмент чикагской биржи FedWatch, который как раз позволяет нам оценить то, как меняется вероятность повышения ставки на ближайших заседаниях. И если после выхода данных по инфляции в минувшую среду мы с вами наблюдали за тем, как растет стремительно вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов, то сейчас, вот по прошествии недели, фокус внимания трейдеров начинает снова смещаться в сторону потенциального повышения ставки на 75 базисных пунктов. А почему бы нет? И я, честно говоря, не виню трейдеров, общественное мнение за то, что оно так быстро и часто меняется, потому что понимаю, что не настраиваться на более агрессивный подход американского регулятора к корректировкам национальной денежно-кредитной политики, тогда, когда каждый представитель Федрезерва, выступая, говорит нам о том, что борьба с инфляцией еще не завершена, ФРС не одержал победу, рисков куча для экономики, нужно решать проблему высокой инфляции, и ФРС, в принципе, не свернет с пути именно проведения агрессивно-жесткой монетарной политики. Без привлечения, друзья, за последние две недели у нас была возможность послушать не менее 5 представителей, видных чиновников Федрезерва, и все они как один отмечали, что ставка будет расти дальше, потому что целью американского регулятора сейчас является вернуть ее к значениям нейтрального уровня, где-то 3,75-4%. Это очень хорошая установка, потому что это как раз то, что позволяет нам сформировать долгосрочное представление о долларе, о том, что он неизбежно будет расти, потому что не может быть так, чтобы при таком резком повышении ставки, пусть и на ближайших трех заседаниях Федрезерва, американская валюта оказалась бы в аутсайдерах.
Текущие котировки 106.32. Сегодня ждем протоколы последнего заседания американского регулятора. Я думаю, что они еще больше прольют света на то, как и что будет делать Федрезерв в сентябре, ноябре и в декабре. И если, друзья, мы сегодня завершим торговую сессию с четким осознанием того, что жесткая риторика Федрезерва будет дальше разгонять через фактические действия процентную ставку, то почему бы не замахнуться до конца текущей сессии по индексу доллара на значение 106.80-107. Я предлагаю немного повизуализировать и, соответственно, поверить в фундаментальную силу определенного сценария и попробовать заработать на этом потенциальном росте. По другим финансовым активам европейская валюта 1.01.72. Накануне мы видели евро на отметке 1.01. Германия рассматривает инициативу введения дополнительного налога, который увеличит платежи каждой немецкой семьи на 480 евро в год. Это много, это вызвало негодование немецкого населения и всей европейской общественности, потому что все прекрасно понимают в Европе, что такая же инициатива может быть принята и в других странах Европейского Союза. Тем временем индекс бизнес-оптимизма ЗЮ хуже некуда. Минус 54,9, снижение с минус 51,5. То есть раньше нам казалось, что куда уж ниже. Может быть ниже, друзья. Минус 54,9. Бизнес вообще не верит в перспективы на ближайшие 6 месяцев, в улучшение ситуации, в выздоровление экономики. Для нас, для продавцов евро, может быть, это даже лучше, потому что при таких настроениях вероятность наступления рецессии в странах Европейского Союза, в еврозоне, она повышается. Сегодня, как я уже отметил, 9.00 по GMT. Ждем статистику по ВВП. Да, маловероятно, что мы увидим по итогам второго квартала цифры со знаком минус. Ну, а что если увидим, друзья? Если действительно данные будут на отрицательной территории по итогам второго квартала, то нам останется дождаться еще результатов третьего квартала и при снижении уже констатировать техническую рецессию. По опросу Reuters, опять же, уже в конце этого года экономику ЕС ожидает рецессия. Но, как я только что отметил, есть вероятность того, что рецессия наступит не по итогам четвертого квартала, а раньше. Но сегодня нам нужно увидеть плохие цифры. Я не верю в рост европейской валюты. Рекомендую вам также евро шортить. Буквально вчера мы видели, как легко европейская валюта может расставаться с пунктами, потому что было значение уже 1.01, и все поверили в быстрый тест паритета. Допускаю, что к концу текущей торговой сессии после волатильности европейская валюта снова пойдет вниз и протестирует в очередной раз поддержку 1.01. Британская валюта 1.2102 уже совсем скоро, друзья, в 6.00 по GMT. Данные по инфляции в Англии. По прогнозам мы увидим значение 9,8%, рост 9,4%. И, конечно же, при такой инфляции можно будет смело говорить о том, что третий квартал для британской экономики будет еще хуже второго. Точно будет в целом показатель минусовой, что позволит уже по итогам третьего квартала говорить о рецессии. Потому что во втором квартале британская экономика уже просела на минус 0,1%. По статистике нету хороших релизов. Даже вчерашний отчет по рынку труда 3,8 уровень безработицы, при этом занятость снизилась на 10 тысяч. Лучше, чем прогнозы экспертов, но если мы анализировали бы все-таки тенденции такие глобальные, то увидели, что занятость продолжает сокращаться уже не первый месяц подряд. И это все частички общего пазла, который указывает на то, что британская экономика продолжает скатываться в экономическую пропасть. Данные по инфляции, замедление экономики, просадка промышленного производства, низкие значения потребительской активности – это все подтверждается этим. Соответственно, цели по фунту 1.20 и ниже. Золото 1778, ждем восстановления выше 1780-1790. Наша ближайшая цель – это снова тест 1800, чтобы впоследствии закрепиться повыше. Рынок нефти не трогаем, $93 за баррель. Новостной фон со вчерашнего дня не изменился, но он остается таким же неопределенным. Поэтому не вижу хороших уровней входа и не вижу более интересного фундаментального фона, чтобы попробовать вас склонить, опять же, на сторону либо покупателей, либо продавцов. Я сам, друзья, не знаю, что с нефтью может быть дальше. Сегодня, повторю, ждем протоколы последнего заседания американского регулятора, настраиваемся на высокую волатильность и, конечно же, как и всегда, друзья, контролируем риски, следим за загрузкой депозитов. Это очень важно. На этом все. Большое спасибо за внимание и всем пока.